доброго ранку! Усім салют! Ради вітать вас у нашим добраранку! Кася, ти сюди усі гатареші принесла? Я! А навошто тобі спотребився такий дивний набор? Подзорная труба, монетка, поветренный шарик. Еще тут не хапає свечек на именинном тортику. Кася, у тебя сегодня день рождения? Нет, на жаль, не сегодня. Менавіта тому свечки и торт я не подрыхтовала. А все остальные речи тебе навошто? Ну, это ж зусім просто. Я собираюсь сегодня загадывать жаданні. При допомозі подзорной трубы, монетки и шарика... Хлопчики, які ж ви неотємливі? Усе вам треба тлумачить. Подзорная труба мне потрібна, каб не пропустить знічку. А, знічка – это зорка, якая падає. Коли її убачиш, саправды можна загадывать жаданні. Ой, ну нарешті, зрозумели. А поветренный шарик тады тебе навошта? Як навошта? Его треба отпустить и зашить за полетом. Чим худший он полетить, тим худший здійснится мое жадання. Я про такий способ не ведал. Ха, зараз будеш ведать. А еще можно кинуть монетку у фонтан и загадать жадання. А, для гэтага тебе и свечки на тортику спотребліся. Ты збиралася их задьмуть и так само загадать жаданне. Але дзеля гэтага пришлось бы дачакаться свята, а чакать мне ніяк нельга. Касі, так что за жаданне у тебе такое важное? Хочешь новую сукенку? Новая сукенка? Это не серьезно. Яна у меня и так будет. Тады что ж ты хочешь загадать? Стать принцессой, отримать свой власный палац. Хлопчики, вы дрэнна про меня думаете. Я хочу загадать жаданні не для себе, а для усіх. Для усіх глядачоў добраранка? Так, не только, а для усіх деток и дорослых. Ого, Кася, и что за жаданні для усіх ты придумала? Я хочу, каб сегодняшний день во усіх прайшоў весело, каб никто ни у яким разе не сумовал, и каб во усіх усё атрымлівалася. Кася, ты задумала чудовное жаданне. Хочешь, я после добраранка побегу с тобой разом кидать монетку в фонтан и запускать поветренный шарик? Хочу! Тады домовилися. А покуль вы еще никуда не побегли, давайте створать нашим глядачам добрый настрой. Потому что у добрым настрое у все справы ладятся, и сумовать никому не придется. Давайте, что будем робить? Только что-нибудь незвычайное. Зараз подумаем. О, а покуль до доброго настроя пропоную включить ранешний мультфильм. Вы глядите, сябры, а мы подумаем. Сябры, мы тут подумали и отшукали для вас рецепт самого доброго дня. Так что, коли вы уважливо послухаете и выканаете все наши парады, чудовный настрой вам гарантованы. Подрыхтовалися слухать? Тады мы починаем. Вось прочнулися, одразу усмехнитеся. З ложку ускочили и мигом потягнитеся. Тым, кто побач, слова добрые кажите. Кому тяжко, вы тому да поможите. Не крыўдуйте и не хмурьтесь даремно. Усім, кто побач с вами, будет так приемно. Не спрачайтеся, не плачьте, не кричите. Усім рецепт от добраранка подкажите. Ну як, сябры, выдатный вершик у нас отрымался, правда? Мы старались скласти для вас рецепт доброго настроя на весь день. А с добрых дел складаются добрые тыдни. С тыднем добрые месяцы. Так что користайтесь нашим простым рецептом и убачите, ваше життё стане веселейшим. А давайте еще раз полторым разом наш вершик. Давайте. Вось прочнулися, одразу усмехнитеся. З ложка ускочили и мигом потягнитеся. Тым, кто побач, слова добрые кажите. Кому тяжко, вы тому да поможите. Не крыўдуйте и не хмурьтеся даремно. Усім, кто побач с вами, будет так приемно. Не спрачайтеся, не плачьте, не кричите. Усім рецепт от добраранка подкажите. Усё запомнили? Ха-ха, молодцы! Те, кто еще не поспел потягнуться и сказать близким добрые слова, могут сделать это зараз.
А коли все это сделаете, долучайтесь до прогляду чергового ранешнего мультфильма. Сябры, с вами Добраранок, и мы протягиваем створать усім добрый настрой. А я ведаю еще один действенный сродок от суму для створения доброго настрою. Это які? Каб не сумовать, треба здивляться. И ты можешь нас зараз дивить, Лесик? Еще як могу. Например, вы когда-нибудь чули про фиолетовый мед? Я не чула. А Потапа, ты чул? Я не чул. Ха, Лесик, ты выдумляешь. Не может быть мед фиолетовым. А вот и может. Аматоры пчелярства с усяго света едут в Америку, в штат Полночная Каролина, каб убачить редкий присмак и поласоваться им. Кажут, что фиолетовый мед солодейший за звычайный и мае фруктовые нотки. Дивно. Мед выглядает, как варенье. Тие, кому довелося покаштовать гэты редкий мед, стверджают, что на смак ён нагадывает виноград и ягоды. Цікаво, а чому мед отрымливается такого незвычайного колеру? Откуль могло з'явиться фиолетовое тень у любимого ласунку, покуль докладно невядома. Есть меркаванне, что такий мед бере свой колер от чарниц, але так гэта ці не, яшчэ треба доведаться. Ну что тут скажешь? Здиви, Лесик, не поспрачайся. Я рады и готова здивлять далей. Знаёмцеся, пчала Часляр, так само вядомая, як ксилокопа. Ого, николи б не сказал, что гэта пчала. А где яркие полоски, по яким мы познаём гэтых насекомых? Полосок няма. От звычайных медоносных пчел тисляры как раз и отрозниваются темной афарбовкой, а еще буйнейшими померами. Великие темно-афарбованные крылы дозволяют пчеле переодолевать значные отлеглости навод у непогоду. А что, от колеру крылов залежит их трывалость? Правильно, Кася. Темный пигмент у тканинах крыла надает им додатковую трывалость, а глянцевый бляск адлюстровывает сонечные промни и ратует пчелу от перегреву. Як же у гэтых насекомых усё зручно продумано. Лесик, а чаму гэтая пчела так называется? Цікава, Тясляр. Свою назву яна атрымала за способ будаўніцтва гнязда. Дорослая пчела перш за ўсё шукае падыходзячы кавалак мяккай драўніны і літаральна прагрызае сабе шлях магутнымі сківіцамі. І суправаджаецца гэта характэрным гукам, які нагадвае працу пілы. Пчела без полосок, якая грызе дрэва с гуком пилы? Ну и ну, Лесик, ты просто майстер здивлять. Это не я, это земная природа. Я нас створаю таких дивных истот. Хочете познакомиться с еще одной? Я дома хочем. Да ты, глядите, як вы думаете, кто это? Хтось подобный на цацку? Рассказывай про его подрабязни, разумник. Это морский конек-пигмей, альбо карликовый морский конек. У першиню выявили гэтых истот зусім недавно. А чому так? Тому что яны, по-перше, зусім маленькие, до 2 сантиметров. Ой, саправды, малюсенькие. А по-другое, карликовые морские коньки – саправдные майстры маскировки. Их афарбовка может быть самой розной – от ярко-червоной до темно-шерой, у залежности от коралла, их дома и притулку. Здорово! Фотоздымки с этими малыми – быцам малюнки задания. Отшукай того, кто схавался. Лесик, як добра, что ты у нас есть. А тебе б ни один морский конек не схавался. Ты выдатно умеешь шукать. Але зараз от пошуков можешь отпочить. Дякуй, Кася. Я с удовольнением разом с вами и детками погляджу черговый ранешний мультфильм. А зараз надышоў час развітвацца. Добраранок заканчваецца, але дзень толькі пачынаецца. Няхай ён будзе вясёлым, карысным і паспяховым. А зараз засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, у нашым Добраранку. Толькі не праспіце.